передач перехватили, уехали в город на весная передача. Не надо. Не надо мудрить, потому что, ну, не знаю, может быть, будет на весну, может быть, они полезут, может быть, три нападающих начнут играть. Но что-то они будут делать, чтобы исправить исход матча, понимаете? Здесь предельная надежность. Полезут, нужно спокойно отобороняться и делать контратаки. Быстрые, хорошие. Отоборонялись вперед, отоборонялись вперед, все. Давайте, понимаете? Давай. Хотелось бы еще и победить в Эстеросе, где мы делаем тоже определенные ставки. Но игра есть игра, и побеждает, как всегда, сильнейший. Вот. Полдела мы сделали. Надеемся, что в Эстеросе удача тоже повернется к нам лицом. Спасибо.